Святое место появилось в Нейском районе Костромской области. Около деревень Михали и Суршина на месте родника установили часовню и сделали купель. Теперь здесь можно не только помолиться, но и набрать святой воды, которая не замерзает даже в лютые морозы. В этом убедилась наша коллега из телекомпании «Русь» Анастасия Батарева. Этот родник не замерзает даже при температуре минус 30. Он бьет из-под земли с 15-метровой глубины. За чистейшей водой сюда приходит уже не одно поколение местных жителей. Живительная влага долгое время текла маленьким ручейком, а сейчас разливается рекой. С каждым крестным ходом вот, этот поток становится все более полноводный. Даже стали появляться с других сторон сюда, еще с других сторон притоки появляться стали. И вот вы посмотрите сейчас, какая целая река течет. Регулярные крестные ходы здесь стали совершаться около 5 лет назад. Тогда родник и осветили. А накануне крещения местные власти при финансовой поддержке предпринимателей это место благоустроили. Сделали лестницы для того, чтобы людям было удобно спускаться к роднику. Возвели деревянную часовенку, внутри которой установили купель. Нескончаемые потоки людей шли сюда в церковный праздник, чтобы совершить омовение. Здесь они ставили свечки и молились. Все, значит, наши прихожане и тут и жители очень многие, все крестным ходом от храма из Михалей пришли сюда, вот, обливались, купались. Существует предание, что эта вода исцеляет людей, поэтому приезжают за ней даже из районного центра, который в 15 километрах отсюда. А местный батюшка Валерий говорит, что родник преображается с каждой молитвой.